Всем большой привет, друзья! С вами Юля и канал Simple Food. Сегодня я хочу показать вам мой новый рецепт из капусты. Это очередной шедевр и взрыв вкуса. Уверена, такое сочетание продуктов вы еще не делали. А легкий соус поможет раскрыть все эти нотки. Пару минут и вкуснотища готова. Для начала берем капусту и нам нужно ее мелко нашинковать. Можно это сделать при помощи специальной терки, а можно, как я, обычным ножом. Для этого салата абсолютно не принципиально, как вы нарежете капусту. Делайте так, как вам больше нравится. В емкость для салата отправляем измельченную капусту. Берем одну небольшую красную луковицу, и именно красную, с другим луком будет совсем не такой вкус. И разрезав ее пополам, нарезаем на очень тоненькие слайсы. Вот такие вот, как у меня. Лук высыпаем в салатник капусте, разделяя слайсы на небольшие части. Теперь красный сладкий перец. Разрезаем, удаляем все лишнее и тоже нарезаем на тоненькие полосочки. Вообще красный сладкий перец считают чемпионом по количеству витамина С. В нем его больше, чем в лимоне, представляете? А еще он способствует формированию гормона радости – серотонина. Поэтому считается успешным помощником в борьбе с меланхолией и хронической усталостью. Как раз то, что нужно именно сейчас. Нарезанный перец высыпаем в салатник. Теперь два главных ингредиента, которые придадут этому салату просто бесподобный вкус. Это листочки рукколы, мы их просто рвем и отправляем в салатник. И творог. Нам нужно грамм 100-150, только берите не меньше 5% жирности. Как же это будет вкусно! В конце добавим горсть белого сладкого изюма и мои любимые итальянские травы для салата. Конечно же, немного соли. Осталось сделать заправку. Выливаем 3 столовые ложки растительного масла, можно взять подсолнечное или оливковое, сок половинки лимона, черный перец и 1 чайную ложку меда. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Вот такой вот соус у нас в итоге получается. Выливаем соус в салатник и аккуратно все перемешиваем. Вы только посмотрите, какие краски. Именно сейчас в серую холодную погоду они нужны как никогда. Сочетание просто невероятно вкусное. А главное, что все очень быстро и просто. Такой салат запросто может стать отличным гарниром на ужин или неплохим дополнением на праздничный стол, например, к мясным или рыбным блюдам. Салатик получается очень сытным, но абсолютно не тяжелым. Это сейчас мой фаворит среди салатов из капусты. Надеюсь, и вам он тоже понравится. А на моем новом канале «Сладкая жизнь» уже вышел новый рецепт нереально вкусного новогоднего печенья. Вы очень просили этот рецепт, так что ссылочка в описании под этим видео. Спасибо, что смотрели и были со мной. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых рецептов. Пока-пока!